Страусы – самые большие птицы на Земле. Ростом они выше людей. Некоторые вырастают до 3 метров. Интересно, что самцов страуса называют петухами, а самок – курицами. Большинство страусов живет в Центральной Африке. Существует несколько видов этих птиц, но всех их объединяет одна особенность. Эти птицы не умеют летать. Страусы бегают так быстро, что ни один чемпион мира по бегу не сможет догнать эту птицу. А еще страус, защищаясь от врага, может мастерски пнуть его ногой так, будто прошел обучение в школе карате. Точным ударом ноги вперед страус может переломить бревно. Яйца страуса самые крупные в природе. Одно страусиное яйцо равно 25 куриным. Чтобы сварить яйцо вкрутую, требуется 2-3 часа. Разбить яйцо страуса трудно. Скорлупа на нем толстая. Чтобы взломать ее, человек должен взять в руки молоток или пилу. У страусов очень вкусное и полезное мясо, поэтому их разводят на фермах. В нашей стране есть несколько страусиных ферм. Страусы не боятся холодов и прекрасно гуляют по снегу. У страусов нет зубов, поэтому для измельчения пищи в желудке они глотают мелкие камешки, а также все, что им попадается – гвозди, куски дерева, пластмассы или железа. У взрослого страуса в желудке находится около 1 килограмм камней. Считается, что при опасности страус прячет голову в песок. Это не так. Чем бы он дышал под землей? Просто страус при виде врага наклоняет голову и даже ложится, чтобы стать незаметней. При огромных габаритах тела мозг страуса чуть больше куриного. Глаза этой птицы по весу превышают мозг в 2 раза.